Приднестровье возвращают бесплатный проезд для пенсионеров в троллейбусах. Данная льгота начнет действовать с 1 января 2017 года. Об этом в интервью журналистам сообщила министр финансов Ирина Малаканова. С 1 января все, кто обладает правом на льготу, будут пользоваться транспортом бесплатно. Я не говорю про сейчас пока про пригородный, это только городской электро и наземный транспорт. Сейчас в правительстве прорабатывают вопрос компенсации средств, которые потеряют троллейбусные управления после реализации данных льгот. По расчетам специалистов, для обеспечения бесплатного проезда пенсионерам республиканскому бюджету необходимо около 14 миллионов рублей в год.